Тебе. Большая белая акула. Ребят, посмотрите-ка, что тут у нас. Плохая идея угонять гидроциклы. Да мы просто прокатимся. Давай! Да! Да, слаба, давай! Двигатель сдох. И связи нет. Я видел мужика на яхте. Он не мог далеко уплыть. Мы должны держаться вместе, пока нас не найдут. Только не начинай командовать. Кто-то должен заметить, что мы пропали. Эй, сюда! Эй, мы здесь! Вот же. Акула! На помощь! Что она делает? Играет с нами. Нужно завести мотор и соорудить оружие. Где она? «Челюсти. Столкновение». В кино с 30 июня. Знали бы вы, как мы рады вас видеть. Я рада, что приехала. Его зовут Джуль. Ему 8 лет. Вот ваше гнездышко. Пойдемте, я кое-что вам покажу. Здравствуйте. Вы новая учительница? Здесь что-то горело не так давно. Что это было? Несчастный случай? Можно и так сказать. Пропал ребенок. Ты с ним дружила? Его очень долго искали повсюду. Нам не разрешают об этом говорить. Это чудовище. Оно появляется по ночам. Что случилось? Там что-то было. Вы не слушаете, но я все равно скажу. Когда в деревне ложатся спать, он обретает силу. Он приходит и пожирает наших детей. Would end in 2036. But they were wrong. The world ended a long time ago. Umbrella, a company besieged by a scandal, is now trying to reinvent itself. The old Umbrella made mistakes. The things we're working on today, they're gonna change the world. Where it's safe. The drug contains the T-virus. The T-virus can make monsters. Billions will die. Everyone keep your mouth shut. Complicated.
вы здесь делаете? Твою мать! Смотрите в кинотеатрах. Ты зашла слишком далеко в своей демонологии. Ты осознаешь свою вину по последнему делу? Осознаю. Подозрение на домашнее насилие. Родители говорят о паранормальных явлениях. Вы пришли забрать меня из дома? Я пришла тебе помочь. Царапина у меня на лице. Расскажи мне. Вам лучше увидеть. Оставь нас в покое! Эти явления в доме начались сразу, как родилась Софи. У меня есть дар. Я вижу то, что не видят другие. Не берись за это дело. Я не могу. Вы правда изгоняете демонов? Я принимаю их гнев на себя. Ты работник социальной службы, а не экстрасенс. Подумай о нашей семье. Паранормальные явления участились. Это только начало. Оставь их в покое! Сражайся со мной! Экстрасенс. Дело Софи. В кино с 16 июня. Что-то видела. Кого-то. Здесь живет крупнейший организм на планете. Он растет. Он ждет. И он готов увеличиться. Сайфонани Босс. Кто? Ход. В те дни люди будут искать смерти. Ты будешь лежать тихо. Но не найдут. Вы предаетесь излишествам. И обжираетесь все больше и больше. Стая обезьян, карабкающаяся на горящую гору, пытаясь укрыться от наводнения. Рой саранчи кружится вокруг Земли все быстрее и быстрее, пока в атмосфере не поднимется кольцо огня. И ты думаешь, что ты их спасешь? Это твоя богиня? Тело совсем не разложилось. Это ведьма? Очень старая женщина. Ей сотни лет.
Ей перерезали горло. Как и всем, кого мы нашли. Странно. Мам! О чем ты думаешь? Это старая легенда. Про древний ритуал о переселении душ в новые тела. Ты веришь, что они среди нас? Нет. По-твоему, душа выходит через надрез на горле? Жертва этому богу дает бессмертие. Молох. Древнее зло пробудилось. Ну, Амурит. Она не умерла. Оно заставляет меня делать это. В этих людях живут проклятые души. Реинкарнация страшнее смерти. Мы снимаем документальный фильм о древнем роде шаманов, которые поклоняются богине Баян. Шаманов с детства учат задабривать свою покровительницу и не допускать ее гнева. Эти шаманы — настоящие сектанты. Их обряды немного пугают. Богиня Баян вселяется только в медиумов из рода шаманов. Дорогая, ты в последнее время слышала какие-нибудь голоса? Ты говорила с ними? А? Если богиня действительно выбрала не медиума, а эту городскую киношницу, как мы удержим ее злое начало? Ты знаешь, что это? Если гнев богини не остановить, дух смерти пойдет по миру, как чума. Но почему именно эта девушка? Это ее предназначение. Нужно провести ритуал ее очищения. Что ты задумала? Паранормальные явления. Медиум. Это всего лишь сон. Забери меня. Я пытаюсь понять, что случилось на самом деле. Забери меня. Я чувствую, что виноват. Любимый. Рэйчел. В стиле «Остров проклятых» и «Паранормальное». Бог покинул эти места. Тебе здесь не рады. Этого острова нет на картах. Призракам не нужны гости. Им не нужен пастух. В дневнике подсказки. Только не заходите за знаки, мистер Блэк. Это опасно. Ты всегда можешь вернуться на путь веры.
Не слушай ее. Рэйчел? Рэйчел! Кто ты? Призраки не отпустят ее. У тебя нет шансов. Я вас вижу! Она в мире мертвых. Рэйчел, помоги мне! Что вы с ней сделали? Остров поглотит тебя. Она не поможет тебе. Думай! Думай! Остров призраков. Атмосферный, неподдельный ужас, не для слабонервных. Мрачный кошмар. В кино с 26 мая. Это какой-то парень? Скорее, девушка. Ты все не отвечаешь? Если ее призвать отомстить за тебя. Иди сюда! Она гналась за Фаридом. Ты на полном серьезе думаешь, что призвала призрак в своей ванной? Хотите что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Папа! Три смерти за два дня — это не совпадение! У нас проблема. Аиша Кандиша, будучи призванной, она требует жизни шести мужчин. Что происходит? Бойтесь, легенд, что пробудились. Кандиша, демон мести.